Всем привет! Меня зовут Вика, я бренд-менеджер издательства Inspire. И сегодня я бы хотела рассказать вам о самой громкой новинке этой осени – романе «Тайная лавка ядов» Сары Пеннер. Что бы вы сделали, если бы узнали, что ваш муж изменяет вам? Сегодня многие женщины ответили бы на этот вопрос просто – ушли бы. Но в 18 веке женщины были ограничены в своих правах, поэтому им приходилось использовать целых 9 смертоносных ядов для того, чтобы раз и навсегда выйти из ненавистных отношений. Их главным другом в этом деле стала аптекарь Нелла, которая организовала целую подпольную сеть. И, кстати, ее прообразом стала реальная женщина, которая жила в Италии в средние века и, по данным историков, отравила более 600 мужчин. Мне эта история показалась очень мрачной, душераздирающей, но в то же время невероятно вдохновляющей. Ведь она о том, что даже после самых чудовищных и токсичных отношений ты можешь получить шанс на счастье. И именно по причине своей актуальности она стала такой популярной за рубежом и была признана лучшим дебютом 2021 года. 40 стран купили права на издание этой книги, а также телеканал Fox уже снимает по ней сериал. Так что, если вы женщина, читайте эту книгу и размышляйте, что бы вы сделали на месте героинь. Но если вы мужчина, тоже непременно читайте и узнайте, почему женщины убивают.